Строительство школы для жилмассива на Люсдорфской дороге 55 затягивается. Участок возле Альтаира выделили еще в прошлом году, но, вопреки обещаниям, возникли сложности. Щодо школи, яка має будуватись, ми так думаємо, що найближчим часом, в самому найстислішому мікрорайоні в нашому місті ми вже називаємо його Альтаїр. І ви казали, що якісь є кроки до цього, і мало бути винесене питання саме на цю сесію. Тому в мене питання, чому немає і коли очікувати цих перших кроків. Оказалось, что эти строения не имеют единички, они разбросаны по долям. Замечание было юрдепартамента и комиссии привести эту долю в единицу, чем они сейчас занимаются, и поэтому вынуждены будем перенести на следующую сессию. Похожая ситуация была и с жилмассивом «Радужный». Глава Таировской объединенной территориальной общины инициировал разработку строительной документации. Участок, на котором хотят возвести школу, принадлежит институту виноделия. Его для начала должны передать в коммунальную собственность. Это вопрос подхода. Мы даже были бы готовы рассмотреть с Геннадием Леонидовичем на паях. Вот если бы вот был бы подход нормальный, мы бы эту школу в «Радужном» сделали не на 800, а на 1500. Значит, и на совместном финансировании.